Озимая пшеница, различные нормы высева, также это более ранний срок, это где-то 9 сентября было посеяно озимое. А здесь у нас 5 норм от 2 до 6 миллионов. Визуально, если с расстояния там 50 метров, особо так не отличаются. Ну, там, может быть, какой-то есть такой контраст с эти, но в целом как бы нет. То есть это 2 миллиона, где-то 90 килограмм. 3. Сто 130 килограмм, 4. Пять. И 6 миллионов. 6 миллионов. Здесь получается, что растение на растение. Так что вот такой вот визуальный эффект норм высева. В целом, как бы я не вижу большой проблемы в этом, чтобы сеять 2-3 миллиона, если, допустим, у вас мягкие зимы. Хотя от густоты также и перезимовка зависит, потому что чем растения крепкие, они будут выращены или сформированы в более благоприятных условиях, чем когда идет конкуренция межвидовая. Поэтому вот как раз 2 миллиона по размещению, ну, в целом нормально, я считаю, что здесь достаточно равномерно растения размещены. Кущения еще нет, еще фаза где-то 3 листочка. Конечно, если посеять числа 25, а не 25 августа, 20 августа, эффект был бы здесь, конечно же, другой. Так что вот такой вот визуальный эффект норм высева. Через, ну, получается, 14 дней после посева.